сравнению с аквариумом, естественные подводные ландшафты в пресноводных водоемах довольно суровы, бедны и однообразны. Как правило, здесь нет такого большого обилия видов растений, рыб и беспозвоночных, какой мы обычно можем видеть в наших аквариумах. Однако это первозданная красота и строгость подводного мира рождают в сознании массу новых идей, так как простота – это лишь кажущаяся. Она сродни красоты пустыни, где можно увидеть много изящества, начиная от волнистости песка и заканчивая ярким контрастом живой зелени, растущей на белых барханах. Реки и ручьи, протекающие по пустыне, еще беднее, чем в других местностях. Здесь динамику подводной картины придают только солнечные блики и стайки рыб, двигающиеся по песчаному дну в поисках корма. На суше совсем другое дело. Скалы, коряги и буйная растительность уже давно стали прообразами тех или иных стилей аквариумного дизайна. Я имею в виду подводный сад с камнями и вагуми, или аранжировки с использованием коря, краю боку. Именно эти названия дал главным стилем аквадизайна основоположник природного аквариума Такаси Амано. Нетрудно заметить, если человек приложил свои руки к дизайну. Хотя прогуливаясь по лесу, можно легко найти нетронутые уголки, которые буквально сами просятся в аквариум. Опыт показал, что изобразительные средства пресноводного аквариума позволяют реализовать практически любые сухопутные пейзажи. Здесь яркость цветов могут заменить приглушенные тона водной растительности, а по форме листьев и оттенкам окраски аквариумные растения не уступают сухопутным. Посмотрим далее, какой импульс вдохновения дает красота природы выдающемуся японскому аквариумисту Такаси Амано, как с помощью коряг и камней, подобранных на берегу, он создает свои аквариумные шедевры. Вот я создал такую арку. К сожалению, первый вид не очень красивый. Это только в течение 3 метров получится завершенный вид. Через 4 месяца. Даже как-то коряги тоже моя родина, не как-то. Я хотел тут снять глубину, расстояние. В заднем фоне плане находятся горы, да, и в первом плане растения. Тоже сохранить этот вид перед глазами. Обычно я сажаю коротенькие, низенькие растения, и все этим закончилось. В тот раз я попробовала с этими немножко такими растениями, которые выше, чем низенькие. これで5ヶ月ぐらいですね。5ヶ月。через 5 месяцев. Это дизайн, аквадизайн, по которому можно выражать глубину, расстояние. これが3ヶ月後。через 3 месяца получилось это. 30 на реальность.
Это очень простой дизайн. Это совсем другой аквариум. Эти камушки я собрал на реке Ниигата, на родине.